маловероятно. Тот сад, где этот был снимок, там люди мало понимают вообще, что делать. Значит, что я хотел показать? Обмерзает кора, а вот сантиметр или полтора, и оставлен вот этот шип. Вот такого, значит, не должно быть. Все сфотографировали для себя. Ну, и вот это еще очень наглядное рассказываю, когда хозяин говорит: ой, мы в октябре посадили 20 плодовых деревьев, все великолепно. Я подхожу, все деревья вот с такой картинкой в апреле. Солнечный ожог. Видно, да? Я могу крупнее показать. Это нужно было их побелить? Это нужно сажать в апреле, а не в октябре. Они посадили всю осенью, и все деревья, все яблони, груши мертвые. Мало того, что они все смерзли, черная древесина, у них еще и полопалась кора вот таким образом. Это я специально фотографировал, показать, что происходит. Если побелить, все равно ожог не будет. Можно побелить, можно замотать, но там они посадили и ушли. Никаких мероприятий вы не видите, ни побелки, ни укрытия, ничего. Вот такое произошло. Я думаю, что здесь наверняка сидят люди, у которых такое происходило. Нет, было? Что делать? Сажать весной. Если купили осенью, мы говорили, плашмя прикоп, весной ставим на текарь. Ну, то есть осенью... Не надо сажать. Не надо. Ну вот классическая клёна, в одном саду мы работали. Показать, значит, нижние ветки самые длинные, короче, короче, короче. Вот один ярус, второй ярус, третий. Ну, вот примерно так должна выглядеть классическая крона. Ну, может быть, не очень четко, тут понятно переплетаются дальние деревья. Так, ну вот еще показать угол отхождения хороший, соподчинение. Ствол толще, скелетная ветка тоньше. В этом саду я работаю уже второй или третий год, поэтому мне удается вывести, ну, как говорится, довольно правильные деревья. Когда один и тот же мастер приходит в сад, он может довести. Бывает, что приходишь после кого-то, исправляешь ошибки, бывает, конечно, и такое. Ну вот качество, то есть не качество, а техника выпиливания. Ветки я вам еще покажу, большой. Вот валяется пенек, который оставили. То есть это вот 30-40 сантиметров. Для чего он был оставлен, не очень понятно. Специально уже... Чтобы зарезать удобнее было. Ну, возможно. Возможно. Для этого вообще есть лестница. Нет, зарезать. Да, я вам показываю, значит, качество. То есть вот по такому, такой образец, как выпиливается этот ствол. Так, ну вот... Пожалуй, основное, что касается плодовых. Дальше идут различные декоративные формировки. У нас там как? Кофе-пауза, да? Мы после, сейчас я скажу, значит, мы после